От итальянской одежды до корейской косметики. Во Владимирском экспоцентре открылась 19-я межрегиональная выставка «Мир женщины». В этот раз ее участниками стали 130 компаний. Где-то треть представляют Владимир и область, остальные приехали к нам из других регионов. Это соседние области, это республики Татарстан, Дагестан. Ну, представлены товары также из Армении, из Белоруссии. То есть средняя посещаемость выставки, как мы мониторим из года в год, составляет где-то около 15 тысяч человек. По словам организаторов, основные посетители выставки – женщины. В преддверии праздника они предпочитают выбрать подарок самостоятельно. Женщина как бы выбирает для себя конкретно, что подходит, не подходит. А мужчина уже для кого-то выбирает, понимаете? И здесь как получится. Один из самых актуальных стендов с инструментами для сада и огорода. В ассортименте почти 300 товаров из Латвии. Плодосъемники, грабли и секаторы. Проверить их качество можно прямо на месте. Владелец точки уверен, начало весны – самое время для покупки садовых принадлежностей. В целом на выставке немало практичных подарков. Посетители уверены, покупка должна приносить не только радость, но и пользу. В первую очередь, ну чего, что мы такое домашнее? Косметика, мыло, расчески, баня, душ и вообще прочее. Гигиена сейчас, видите, самое главное в наше время. Вон оно как сейчас случилось. Но уже потом все остальное. Выберет сама, посмотрим, оценим. Постоянный участник выставки – пасека Бирюковых. В этом году они вновь привезли сорта для поддержки иммунитета. На стенде более двух десятков наименований – прополис, перга и, конечно, мед – липовый, акациевый и гречишный. Кроме традиционных видов, есть и самые разнообразные варианты крем-меда. Также на выставке продаются украшения ручной работы, изделия из золота и серебра и множество сувениров. Как сказал английский писатель Уолкотт Джон, даже самый маленький подарок становится большим, ярким подарком, если его подарить с любовью. Бренд одежды из Италии «Пронто Мода» на выставке представил около 200 моделей из шелка и хлопка. От брюк и юбок до полноценных костюмов. Для юных покупательниц – нежно-розовые блузы с бантом и вышивкой. Для женщин – изящные платья в пастельных тонах. Выставка будет открыта до 7 марта в экспоцентре на Батурина, 35. Борис Пучков, Евгений Волкова и Дмитрий Шаталов. Губерния, 33.